Мои дорогие, я так рад, что вы подключились к этому каналу. Меня зовут Эдмунд Экслер, я пастор миссии «Лучи радости» Германии из города Форцайма. Более 40 лет я нахожусь в Германии и хочу сегодня поделиться с вами, что мы открываем этот канал, чтобы на русском языке маленькие проповеди давать эфир дальше. Я хотел бы сегодня сказать, что мы начнем с темой о Царстве Божьем. Я вас приглашаю включать этот канал и слушать короткие проповеди. Желаю вам всего хорошего.